У меня много лет была проблема с кожей головы. Были серьезные очаги воспаления, была шелушащая, зудящая кожа. Лечилась я достаточно долго у врачей. Мне помогали, но это кратковременно было улучшение. Опять все начиналось сначала. И уже было такое предположение, но которое, к сожалению, не могли подтвердить, правда, что у меня аллергическая реакция идет на какие-то компоненты шампуня. И прочитав про шампунь на основе мыльного ореха, о том, что он на 99% натуральный, я решила попробовать. У меня был последний шанс. Я начала им пользоваться, наверное, недели две мыть голову, примерно через день. Ну, прекратился сначала зуд. Далее у меня через две недели начала сыпаться, ну, не знаю, перхоть или как это назвать. В общем, шелушиться стала кожа, и сыпаться с нее что-то ужасное было, конечно, как снег. Но я потерпела еще две недели, все это прекратилось. И после этого у меня начали проходить очаги воспаления абсолютно. То есть у меня их больше нет. Потом начали вот эти коросты, которые после них образовывались, начали постепенно сходить. После 3 месяцев использования я уже, ну, просто поправив когда-то прическу или ну, залезла пальчиками в свою голову, я обратила внимание, что у меня вырос уже ежик волос густой. То есть у меня начали расти волосы. И уже примерно через полгода использования этого шампуня я уверенно пришла в парикмахерскую и сделала ту стрижку, какую я хотела. Потому что раньше я не могла себе этого позволить из-за того, что мне парикмахеры говорили: извините, у вас очень мало волос, у вас не получится такая стрижка. И сейчас я крашу волосы, я подстригаюсь так, как хочу. У меня идеально кожа головы, у меня нет ни перхоти, никаких воспалений, никаких аллергий. Я абсолютно довольна, это просто чудо. Я всем рекомендую, даже у кого нет таких страшных проблем, как у меня, попробуйте, это все-таки...